Несмотря на непогоду, репетиция заключительного авиашоу всеармейских соревнований «Авиадартс-2019» состоялась. Первые самолеты появились в небе 7 июня в районе 15 часов. Из-за сильного ливня, обрушившегося на город, репетицию пришлось перенести. Изначально ее старт был запланирован на 10 утра. Напомним, всеармейские соревнования «Авиадартс-2019» завершаются в Севастополе 8 июня. В день закрытия этапа конкурса по воздушной выучке летных экипажей в центре города пилотажные группы воздушно-космических сил устроят масштабное авиашоу. Откроют воздушную часть летчики авиагруппы «Соколы России». На новейших истребителях Су-35С они продемонстрируют воздушный бой пара на пару и элементы наступательных и оборонительных действий в ограниченном воздушном пространстве. Одиночный пилотаж на вертолетах Ми-28Н «Ночной охотник» и К-52 «Аллигатор», а также комплекс фигур группового пилотажа покажет личный состав «Беркутов». Масштабный воздушный показ завершат экипажи авиагрупп «Стрижи» и «Русские витязи». Именно они продемонстрируют наиболее зрелищные фигуры высшего группового парного и встречного пилотажа на самолетах МиГ-29 и Су-30СМ. Всероссийский этап конкурса «Авиадартс-2019» проходит в Крыму второй раз. В этом году среди участников около 60 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации. Показательные полеты над Севастопольской бухтой запланированы 8 июня в 11:45. Полеты будут зависеть от погодных условий.